Следователи по делу событий 2 мая в Одесском доме профсоюзов допросили около 200 новых свидетелей и назначили целый ряд дополнительных экспертиз. Об этом Интерфаксу сообщил глава нацполиции Одесской области Дмитрий Головин. Конкретные сроки завершения расследования не назвал. В оппозиционном блоке уверены, все эти новые проверки – просто затягивание дела. Фактически судят жертв событий 2 мая, которые остались живы. И прокуратура предлагает этим людям дать за то, что они остались живы, от 8 до 15 лет. Если бы действительно следствие хотело заниматься расследованием, то есть масса материала в открытом доступе, и те фигуранты, они до сих пор гуляют на свободе. Единственная причина, почему это делается, для того, чтобы затянуть суд, о котором я вам говорю, не допустить выход этих людей на свободу, потому что тогда кто-то должен будет ответить, за что люди 3,5 года находятся в СИЗО. Это затягивание процесса.